По предварительным данным, в соревнованиях примут участие 160 яхтсменов из Краснодарского края, Ростовской, Самарской, Ленинградской, Московской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ярославля, Севастополя, Екатеринбурга, Владивостока и Республики Татарстан. В Кубке России спортсмены будут состязаться в олимпийских классах яхт. 470 «Лазер Стандарт», 49-й FX, «Накра», 17 «Микст», «Лазер Радиал», а также парусной доске RSX. В зимней «Ривьере» за призовые места поборются яхтсмены в классах 420, 29-й, «Лазер 4-7», «Лазер Радиал» и парусной доске «Техно». Церемония открытия соревнований состоится 23 февраля в 10:00. Вход на состязание свободный.